Привет, друзья! Предлагаю вам перейти на телеграм-канал. Мой называется канал «Метод Ключ Хасая Алиева». Как раз там мы будем с моим другом, который находится на расстоянии, на дистанции, выставлять тот самый ролик. Ну, будет потрясающий, потрясающий ролик. Ну, теперь посмотрите, там идет дискуссия у меня на телеграм-канале. О том, что в прошлый раз я употребил слово «убойный ролик» будет. Да, и там вот видите, какая реакция интересная. И предложения хорошие. Например, пишите не «убойный ролик», а «сильный ролик», «мощный ролик», «очень хороший ролик». Ну, разные такие положительные примеры. Спасибо вам большое. Ну, о чем я хотел сказать? Напуганные психотравмой, напуганные войной, напуганные какой-то неприятностью, каким-то страхом дополнительным или еще чем-то, люди реагируют на слова типа «убойные», «треснул», «шокированные» или, допустим, там «упал», реагируют как на красную тряпку и сразу выдают такие эмоции. Там написано, посмотрите, как интересно и как полезно для всех, потому что и Роман Газенко говорил, что люди говорят как бы слова, и каждый понимает по-своему, и нет единого такого взаимопонимания, и поэтому у нас опять будет вебинар 1 числа июня месяца в 20 часов, и там пишите вопросы, которые вас интересуют, заранее заготовьте для Романа Газенко, он будет извлекать корни слов, чтобы понимать, что... Я посоветовался с разными филологами. Убойный ролик – это что значит, как я тогда написал, и на что была такая мощная реакция? Да вроде бы кто-то пишет из филологов, а что тут такого? Я говорю, это бой, я говорю, понимаю, есть спортивный бой, есть бой. Но это же каждый понимает по-своему. Напуганные люди, у них тревожность растет. Тревожность растет, и они, как только видят слово «убойное», они тут же реагируют. «Ой, боже ты мой, война там или психотравма, которая была». Это справедливо, очень даже справедливо. Я поэтому сейчас об этом и говорю. Я хочу вам рассказать в следующем, вот в этом ролике, который, ну, назовем его «мощный ролик». Друзья, с вашей подачей назовем «мощный ролик». Да. Дело в том, что надо всем желающим перейти сейчас, по крайней мере, участвовать и на канале в Телеграме. Почему? Потому что тот мой друг, который на дистанции, хочет вместе со мной открыть глаза, как говорится, многим, у которых зомбированность какая-то есть, открыть глаза... Потому что свет это в глазах смотрящего, как мы понимаем. Открыть глаза на такие вещи, которые мы просто не замечали, но которые были использованы, чтобы сокрушить нам разум, чтобы сделать из нас зомби, чтобы сделать нам промывку, как говорят, мозгов. Ну, это слово я не употребляю, я говорю «мозг». Ну, промывка мозга тоже не говорят, ну, так это не подходит, правда же? Друзья мои, я играю словами, чтобы мы поняли, что вебинар, который будет у нас с Романом Газенко, моим другом ближайшим, который настолько мы с ним духовно едины, потому что он за очеловечивание, и я за очеловечивание. И поэтому мы все вместе с вами создаем науку человечности. И поэтому очень важно то, что я сейчас говорю, как вы понимаете. Да. Но я вам еще хочу сказать. Дело в том, что мой товарищ, с которым мы будем делать этот ролик, о котором я говорю, он попросил, чтобы я всем сказал, что этот ролик на телеграм-канале мы сделаем. Потому что там нет, говорит, цензуры. Потому что очень известный факт,
на который вы никогда не смотрели с этой точки зрения, которую мы откроем, вдруг вам откроется как мощнейший инструмент промывания, как говорится, мозгов. Да, и вы тогда поймете многие вещи, и у многих людей откроются глаза на самые такие понятные вроде бы вещи, которые заставляют миры между собой сталкиваться, не только людей, а и страны. Да, возникают проблемы. Короче говоря, слово многое зависит. Словом, как говорил и врач, может сказать, что словом можно поднять человека и убить человека. И Роман Газенко это говорил. Я Роману передаю привет и всем друзьям, участникам школы «Человек будущего» Homo Futurus передаю привет. Книга наша вышла, и мне в 15 часов привезут авторские экземпляры, и я ее в следующем ролике покажу. Да, ну, вы увидите, но также и название такое интересное. Новые приемы, методы ключ. И белые стороны, черные дыры страха. Да, друзья, кто здесь новичок и никогда не знает, о чем мы говорим, что мы говорим, и видит, например, что я в красной рубашке, и непонятно там, почему в красной, а не в голубой, там, или еще чего-то такое, и пишет, ну, загляните вы в описание под роликом. И все поймете, на чем основан метод ключ. Он основан на использовании осознанном наших инстинктивных, защитных мыслей и действий, рефлекторно включающихся в нашем выработанном миллионы лет эволюции биоавтомате саморегуляции. Но теперь управляемая саморегуляция. Когда я впервые в жизни написал фразу «управляемая саморегуляция», многие тоже мне писали, а что значит «управляемая», разве может быть саморегуляция еще и управляемая? Может, если вы сами управляете осознанно тем, что автоматически у вас в каких-то случаях помогает выжить и создать произведение, например. А если кто-то этим управляет, вашей саморегуляцией, и называет, например, гипноз, введение, наведение на вас транса, называет это саморегуляцией организма. Ну, вот видите, вот игра словами делает из разумных людей иногда вот подчиненных. Особенно использует обычно для завлечения людей слова «счастье», «свобода», «независимость», «доброта». Да-да-да, чтобы привлекательно было. Поэтому, кто мне там на канале говорил, на телеграме, что надо же хорошие слова использовать, а вы, говорит, написали убойный ролик. И мы, говорит, очень огорчены. Это хорошо, что вы мне так сказали. Я могу это не употреблять, если это вам так, ну так вас вызывает на всякие неприятные ощущения. А сделайте волну. Если вы так реагируете, если вы так реагируете на какие-то слова и за ними уже не видите осмыслию, о чем там было сказано, по сути. Потому что эмоции закрывают нам видение вещей, истину закрывает. Поэтому сделайте волну. Это я вам просто рекомендую. Почему? Потому что напуганность чем-то, она же не только на мои слова. Она вообще говорит о повышенной тревожности. Сейчас у миллионов людей повышенная тревожность. Из-за военной операции, так называемой. Еще чего-то, я очень аккуратно применяю термины, вы понимаете, о чем я говорю. Очень-очень в условиях неопределенности повышенная тревожность. И вы это продемонстрировали. И поэтому я рекомендую, чтобы вам была поддержка от меня,
у кого такая реакция сразу включилась, пожалуйста, поделайте просто, как мама ребенка качает, вот так вот посидите себя, покачайте вот так вот по зоне приятного комфорта, или так, и переживайте, сколько переживается, и вы заметите, через несколько минут вы успокоитесь. А это моя задача, помочь вам и помочь миру сократить кризисы и войны и выйти на состояние нового, на самом деле, процветания там, где в странах, во всех, к людям относятся как к творцам, по-человечески. До встречи, друзья!